Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал. С вами Владимир. Сегодня я вам хочу рассказать, как же сбросить любой пароль на вашем Android. Говорится о каком пароле? Это цифровой, Face ID, Touch ID, буквенный, буквенно-цифренный. Неважно, сбрасывается абсолютно любой пароль. Простыми действиями просто нужно зайти в Recovery Mode и сбросить одну настроечку. Вы получите новенький чистенький телефончик. Но опять же, вам нужно будет учитывать то, что вы потеряете данные. Вам нужно будет сделать резервную копию, чтобы восстановиться с нее. То есть используйте эту функцию как хотите. Но пароль сбрасывает, удаляет полностью и пароль, и Google аккаунт. Выбирать вам, но вы должны это учитывать. Вы, конечно же, цель свою достигнете. Но есть свои жертвы, скажем так, если вы не сделаете резервную копию. Вот, смотрите, как это сделать. Есть телефончик вот такой вот, Android устройство, можете заметить. Здесь пароль у нас есть. Неверный. Ну, конечно же, я его знаю, но как нам его сбросить? Нам нужно ввести его в Recovery Mode. То есть, что нужно зажать? На некоторых устройствах достаточно зажать громкость, кнопку вверх, либо кнопку вниз, и держать до тех пор, пока не загорится экран. Отпускаем кнопку питания включить-выключить, как загорелся экран, и держим кнопку вниз или вверх, в зависимости от вашего устройства. И мы с вами пробуем зажать кнопку включить-выключить и кнопка громкости вниз, чтобы сбросить настройки пароля. Итак, дорогие друзья, вот наше меню. Что нам здесь нужно? Смотрите, Reboot System Now означает, что просто перезагрузить систему, но нам нужно опуститься ниже. Вот, нам нужен Factory Reset. Сюда жмем ОК. То есть качелька вверх-вниз, эта громкость у нас отвечает как раз за передвижение вверх-вниз. Включить-выключить, подтверждение ОК. Вот, нам нужен Yes, это Delete All User Data. Удаляем дату. После этого удаления просто нажимаем Reboot System Now, и мы получим, то есть, телефончик, сброшенный пароль с сброшенными данными. И давайте же посмотрим, как это делается. Вот сейчас мы нажимаем Reboot System Now. Вот. Идет сейчас перезагрузка небольшая. И все. И мы получим с вами желаемый результат. Сбрасываем пароль и получаем чистый телефон. Вот и все, финалочка. Получаем устройство без пароля, как можете заметить. Почистили полностью аккаунт, и все. Вот так вот просто это делается, просто нужно уделить 5 минут времени, и вы сбрасываете пароль графический, цифровой, любой. Вот и все, никаких сложностей нету, сами заметили, то есть это все делается очень быстренько, там 2-3 минутки, и дело в шляпе. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Оставляйте положительные комментарии, помогло ли вам, чтобы люди могли ориентироваться по этому видео и сделать свое дело. Всем пока! PremiumBeat.com